как твое самочувствие? Нормально, супер. Круто. Да, думаю, в суд подать. Не хочешь взяться? Как раз решила работать пробоно. Хочу стать госзащитником. Это благородно. Ты чем займешься? Канал хочет вернуть мое шоу и сделать программу о Дрейке. Ого, круто. И что ты им ответил? Нет, я не хочу. Я хочу поработать в печати. Заполучить интервью века. С кем это? Прочтешь, узнаешь. О, на общих основаниях. Да. Жаль, что больше нет Венома. Ай, слушай. А ты про поцелуй мне не объяснишь? О, это? Какой поцелуй? Нет, это же... Не, это же... Веном сделан. О, ясно. Теперь все понятно. Но мне даже понравилось. Что? Да я про... Силу? Да. Когда она в тебя... Проникает. Сам же знаешь. Ладно. И еще. Только Дэн об этом ни слова. Хорошо? Видно. Всерьез думает, что мы оставим ее Дэну. Ну, это вряд... Вряд ли. Что ты там сказал? Ну, ни слова. Ты ничего не хочешь мне сказать? Нет. Ты должна быть с нами, Эдди. Эдди, а ты уверен? Офигеть, сколько уже натикало. В общем, я побегу. Да, пора. Рад был повидаться. Да. Короче, хорошего дня. Пока. Спасибо, Эдди, взаимно. Не вздумай бросать ее. И тому передай. Обещаю. Что за хрыч? Хорошо. Смотри, какой аппетит. Ну, я, в общем-то, не против, если ты останешься. Только у меня будут кое-какие условия. Короче, нам больше нельзя есть людей направо и налево. Как бы ни хотелось. Баба праздник. Нет, нельзя. Ладно, давай я еще раз объясню. В этом мире полно хороших людей. Навалом. Но есть и очень плохие люди. Разница огромная. Ну, короче, чувак, с этого момента можно их только трогать, ранить, косить. Возможно, и только в крайнем случае жрать. Но только плохих людей, а хороших вообще никогда не трогай. Лады? Усяк. Хорошо. Слышь, а как их отличить, да? Очень просто. Вполне достаточно почувствовать. Интуитивно. В общем, чуйку подключай. Постараюсь. Только давай сейчас переключим, а то я уже на твою печень поглядываю. Она у тебя такая сочненькая. Да, знаю одно местечко.